Я катался на скейте сначала, просто на пене, знаете, на первой, просто там. И нечаянно забрел в скейт-парк. И потом мама, когда мимо проходила, подумала, что мне может быть тренер, и я буду кататься на нормальной доске. Мне потом купили доску и нашли тренера. Тренера зовут Павел Мушкин. У него 11 тысяч подписчиков. В 3 раза меньше, чем у меня. Зря мы, кстати, не сделали вот там эту волю. А тут, кстати, много тут еще. Подожди, сейчас они скажут, настроились они. Огромное количество фанатов, подписчиков и просто людей написало ему в личку, что, господи, Макс, это очень круто, потому что все скейтбордисты, которые есть, вот как Макс, похожие на него, они все взрослые. Макс единственный вот мальчик, прям вот ребенок. Вот, и в этом, конечно, его такая особенность и его вот эта вот улыбка каждый раз после трюка, она всех сразила. Ну давай еще пару трюков надо записать. Сделать. Попробуем. Я бы очень хотела поучаствовать в Олимпиаде. Ну, может быть, я ничего не выиграю, зато поучаствую. Постараюсь, почувствую, как это играть с профессиональными, не играть, а кататься с профессиональными игроками. Ну, не игроками, а скейтерами. Так ты, знаешь, ты колесами вот так должен пропихнуть ее вперед. Ты не сломаешь доску, давай. Только я на приземлении. Вот, конечно, он ребенок, и с ним бывает иногда сложно, и он не всегда хочет делать сложные трюки. Видно, что не хочет иногда работать сильно, прям вот что если, например, там не получается 10 раз, все, ему легче там сказать, я не хочу, и все, и отставить. Но сейчас, когда к нему пришла вот эта вот известность и слава, он, видно, что это его подстегнуло как раз больше стараться, больше пробовать, что он теперь хочет все больше и больше каких-то новых трюков добиться, чтобы это все оценили другие. Это, мне кажется, здорово, это его мотивирует. Вот, поэтому Максим очень крутой ребенок. Я сейчас покажу. Тань. Вот так и ебаться. Буги. Тренировки с Максом, в принципе, они как-то получаются сами по себе, то есть он сам открывает новые трюки, я просто это вижу, подхватываю. Я давно занимаюсь скейтбордингом, и в принципе я понимаю, что он может сделать, что еще пока рано, и так мы строим свою тренировку. Что касается его личности, он очень сильный парень, излучает сильную энергетику, и он очень целеустремленный. Тренируюсь белым трюком. Я вот уже этим научился делать. Ну, представьте, что это рампа. Вот так. Я скатусь. Типа вот так, видите? Сворачиваетесь и снова вот туда съезжаете. Это называется шой дублан в планете. И еще есть вот такой трюк. Я его сам научился делать без Паши. Паша пока там разговаривал по телефону, я его сделал. Без проблем.
На чушь хела похоже.